Юрий Каширин, Александр Зиновьев, Риха Суун, Виктор Климов, Василий Жданов, Петр Угрюмов. Наверное, это самое кочевое племя из всех населявших нашу планету. Без малого экватор накручивают за год колеса их велосипедов. Дистанция 156 километров, 12 кругов до 13 километров. Напоминаю, промежуточные финиши здесь 3, 5, 7. Шоссейные гонщики. Бонификация 5, 3 и 1 очко. Подобно странствующим рыцарям, скитаются они по дорогам земли в поисках подвигов и славы. Можно у вас эту фотографию взять? Это чья? Готовы к старту 156-километровой гонки. Конечно, майки – это не латы, а велосипеды – не боевые кони. Но, кстати, боевые колеса – это отнюдь не метафора. Это рабочий термин гонщиков. Сколько таких стартов в памяти Виктора Капитонова, главного тренера сборной, первого нашего олимпийского чемпиона по велоспорту. Пелетон. В переводе с французского «клубок». Присягнувшие на верность гонке должны запастись терпением, пока она не размотает этот клубок до конца. Это и правда клубок, в котором почти невозможно различить ни лиц, ни индивидуальности, ни отдельной воли. Словно единое целое несется пелетон по шоссе. От этапа к этапу, от города к городу, 11 месяцев из 12 – жизнь в пути. Что гонит их? Неужели одно честолюбие? Желание выделиться из общей массы, крикнуть другим «Я победил!» Нет, не похожи эти ребята на одержимых собой честолюбцев. Свою верность гонке они привыкли выражать не на словах. Ну, я не знаю, что гонка. Гонка – это работа, тяжелая работа. Что еще сказать?
Чтобы понять его, нужно как-то пожить, покрутиться в этой всей каше. Посмотреть гонки никак не ту, что промелькнули, а именно проехать эту гонку, посмотреть все трудности, тогда его можно как-то понять. Причем очень много таких скрытых нюансов, что в кадре, может быть, не покажешь. Там ветер, дождь, подъемы, спуски, песок на асфальте. От этого очень много зависит в нашем деле. Это не хоккей, не футбол. Да, там все видно. Целый час-полтора спокойно показывать по телевизору. Там видится борьба, видно, вот в этой, допустим, в хоккее там все моменты. А также и в гонке очень много таких моментов бывает, когда и кто-то, как и диспетчера, берет функции. Тысячу вариантов всяких. В общем-то, когда вот эта нить проглядывается в гонке, ход борьбы, вот это все, тогда она интересна. И интересно наблюдать, следить за ним. А когда только старт посмотрел и финиш, тогда ее тяжело понять гонку. Кажется, что стартанули все веселые, раз уже финиш, тоже здесь кто-то обрадованный, кто-то грустный, приехали, все, помылись и разъехались. Вот вся гонка. У нас такое представление. А гонка — это же борьба тоже на протяжении 3 часов, 4. Борьба характеров. Надо самому стараться уехать без соперника, ну и нельзя сопернику отдать уехать без тебя. В принципе, надо уехать без него, и он старается без тебя уехать. Что ж, рецепт успеха ясен. Неясно одно, кто же им сможет лучше воспользоваться. Ну, конечно, почетно, я прекрасно понимаю. Сборные команды Советского Союза готовить, выбрать тех гонщиков, на которых ты уже знаешь, что они могут добиться победы. Не все могут это сделать. У нас в орбите вращается 40 человек основного состава, а защищает часть страны 6 человек. Ну, это чтобы 6 человек были действительно бойцами, достойными. И только его талант, терпение, труд его на трассе. Ну и, конечно, стремление и воля к победе. Чудес не бывает, чтобы сначала дистанции ушел, а до конца ее выдержал. Одному тяжело выиграть. Если говорить о том, что надо на кого-то именно работать, на сильнейшего. Значит, ребята некоторые идут в жертву для того, чтобы выиграл один сильнейший. Ну, а сильнейший должен обладать хорошим индивидуальным темпом, хорошо ездить в горах, хорошо финишировать. Только тогда в совокупности всех этих таких данных он может претендовать на победу. Пелетон, словно маленькая живая планета, обладает своим притяжением. Вырваться из него, приняв на себя одного все сопротивление воздуха, трудно. Отстать страшно. Один здесь не воин, это правда. Отсидеться за чужими спинами в гонке, как и в жизни, всегда легче. Это другая правда. Где же тут место для победителя? Одному тяжело выиграть. Даже если ты там звезда, все равно очень сложно. Очень сложно, потому что дистанции большие. Каждый день надо выходить. Каждый день ты не можешь там хорошо чувствовать где-то. Там поломку у тебя, где-то боковой ветер как-то. Ты вылетел там из основной лидирующей группы, кто-то там товарищи подвезли. Даже при том, если ты будешь в хорошей форме, даже ты там хороший финишер, там темп у тебя хороший, все равно без помощи сложно. Thank you.
Мера усталости не зависит от завоеванного места. Тот, кто, отказавшись от личной победы, взял на себя задачу сковать действия соперников, тормозить пелотон, когда вперед вырывается товарищ по команде, от этого прессинга может вымотаться даже сильнее, чем лидер. Но его вклад в победу остается как бы в тени. Интервью берут у победителей. Гонка – это всегда еще и нравственный эксперимент. Кто-то в решающий момент во имя интересов команды должен заставить замолчать собственное «я». Много раз менялся состав сборной, и собирались под ее знамена такие асы, как Гусятников, Лихачев, Осокин, Аверин, Пикус, Морозов, Баринов, Сухорученков. Но почти никогда не звучали здесь слова «Моя победа! Я выиграл!». 16 лет у руля сборной Виктор Капитонов. 11 раз она побеждала на велогонке мира, завоевывала высшие награды олимпиад и мировых чемпионатов. Недаром этих ребят в спортивном мире называют «железной командой Капитонова». Они все любимые, когда ты выступаешь на чемпионате мира или велогонке мира, олимпийских играх. Просто идет смена поколений. У нас ни один спортсмен дважды на олимпийских играх не выступал. Что, учитывая большой объем работы, много проезжаем километров, много в соревнованиях выступаем. Не все выдерживают, чтобы дважды выступить на олимпиаде. Слишком много труда, потому что трассы, как правило, очень сложные, к ним готовятся. И поэтому 4 года спортсмен держится на высоте, естественно, после уже его результаты спортивные снижаются. Просто уже не выдерживает. Он прекрасно сам понимает, что выдержать уже нельзя ему. Почти 20 лет провел в седле сам Капитонов. И была у него радость побед и щемящая боль расставания. Да, звездный свой час нельзя повторить. Но можно соединить его со звездным часом своего ученика, вложить в него весь свой опыт, свое спокойствие, свою веру. Можно сделать свою волю незримым мотором команды, слиться с ней в ее усилии достигнуть вершины. И знать, как бы ни были точны твои тренерские расчеты, в конечном итоге решают дело они, действующие лица гонки. Напоминаю, промежуточные финиши 3. Кто в данный момент сильный, то это Ойстер. У нас в команде Сергей Арсеньевич говорит, незаменимых людей нет, так что выступает команда сильнейшая.
По-моему, тренеру тяжелее. Он видит ошибки, но ничего уже сделать не может. Должен надеяться на мудрость своего спортсмена. Гонка менее всего похожа на увеселительную поездку в поисках призов. Средняя скорость под 50, на спусках под 90. Во сколько примерно дал вы там отметили? 20 минут назад. Вот сейчас. 12:20 где-то я написал себе текст. Так, нет? 12:20. Значит, так вот, Саитов. Асят Саитов. Кто знает, на какой срок выбила из седла Асята Саитова нелепая случайность. А он был лучшим финишером в команде, ее лидером, надеждой тренера. Незаменимых нет. И все-таки каждый незаменим. Откуда же это чувство вины? Может, от того, что гонка продолжается? Что гонку остановить нельзя? Для вас спорт – это спорт мужественных людей. Потому что назовите мне один вид спорта, где бы 5 часов борьбы было на трассе. Не просто на ровной трассе проехать, а вот в горах, в сложных ситуациях. Сильный ветер, дождь, снег бывает. Много таких факторов, которые влияют на результат. Ну и дистанция. 200 километров, она говорит за себя. И каждый это может ее проехать. Проехать просто, а вести борьбу на высокой скорости. А случай может быть здесь, особенно в технике. Лопнула спица, порвался ремешок, упали. Падает же не один гонщик, а падает на 5-6, а может быть даже и больше. Иногда по 80 человек падает, чтобы объехать негде. Здесь лежать нельзя на траве, как в футболе, перед судьей. Здесь надо быстрее хватать велосипед и мчаться вперед. Иначе отстанешь тут же. Вся тяжесть, она идет в гонке самой.
Вот в гонке едешь уже, там настолько бывает тяжело, что уже не можешь ехать. Но все равно знаешь, что нужно ехать. Едешь и дальше. Потом приезжаешь на финиш уже. Финишнул, после финиша попил холодной воды. И это уже все улегается, как будто этого и не было. И ты знаешь, что на следующий день то же самое будет, если тебе будет тяжело. Может, будет легче. Но любая гонка, это не бывает легкой. Есть тяжелые падения, где надо продолжать вести борьбу за медали, там, за место, за результаты. Страшно бывает еще как. Но порой забываешь, что такое страх, когда сильный накал борьбы такой. Ну, просто цели высокие очень есть. Знаешь, что надо тебе быстрее ехать, и тут уже забываешь просто о страхе. Высокие цели задаются уровнем гонки, особым ее значением. Если миллионы людей во многих странах мира следят за исходом борьбы, если эта борьба такого масштаба, как велогонка мира, впервые проходит на земле твоей страны, если ты, как Риха Суун, до этого с трудом добился в сборной положения запасного, а потом, заменив упавшего товарища, выиграл первый московский этап, это и значит победа, звездный твой час. Конечно, не надоедает, потому что работа тяжелая, ездим каждый день по 30 тысяч за год получается. Иногда хочется его куда-нибудь в сторонку поставить. 2-3 дня остановиться прям хватает, знаете, а потом уже, даже вот день отдыха бывает, все ждешь день отдыха, ждешь, день отдыха наступает, и все, уже чего-то не хватает. Так, уже без велосипеда не показался день, уже ноги болят, голова болит, это не в своей тарелке, можно сказать. Без велосипеда. Покатался, вот, ну, час посидел на велосипеде, все нормально. Когда поехал, все в этой стихии, уже как... Даже и вот до старта вроде волнение, все, как старт принимаешь, уже все становится на свои места. Уже пошел расчет, уже вычисление, уже там кто как, где сидит, там кто там ускоряется, кто там, если отрыв поехал, уже все, голова работает, ноги работают. Руки на тормозах, все. Так что же такое гонка для наших героев? Тяжелая работа, госпожа удача, борьба характеров, привычка, расчет, слава. Что? Гонка – это праздник. Большой спортивный праздник. Проверка себя, самоутверждение. Гонка – это результат всех наших тренировок, выход всего того, что накопилось. Это целая стихия. Когда вот проходишь через трудности, борьбы, преодолеваешь и добиваешься победы, по-моему, это очень здорово. Словно сама жизнь ускользает от определения. В ней есть некая тайна, которую каждый раз приходится разгадывать заново.
выкладываться до конца вновь и вновь в поисках источника этой загадки, которая зовется временем и судьбой. Старту, от этапа к этапу, через горные перевалы, реки, города и страны. Ошибся в своем выборе и на этот раз. Им еще предстоит победа на велогонке мира нынешнего года. Их еще ожидает новая борьба, ибо гонка не кончается никогда. Это всегда предисловие к другой гонке. И в ней, как и в жизни, главные события всегда впереди. Thank you.